продолжаем работу. Мы продолжаем работу на африканском континенте и продолжаем работу в Белоруссии. Во благо России мы работаем и вполне успешно. В настоящее время я нахожусь на казачьих лагерях. Мы здесь строим лагерь для того, чтобы подразделения, которые будут формироваться и входить в состав добровольческого корпуса Росгвардии, могли пребывать и расселяться. Наш полевой лагерь на казачьих лагерях, он продолжает расти, строится. Мы идем к своей цели, и для людей, которые прибудут, готовы уже места для расселения, готовы места приема пищи и так далее. Всему народу Российской Федерации я хочу сказать следующее. Мы всегда защищали, защищаем и будем защищать народ Российской Федерации и интересы Российской Федерации в любой точке мира. Мы идем к нашей цели большими шагами, гордо подняв голову.